Поехали, ребят. Первый шаг Зиро. В смысле? А как тебе такой ход, каброн? Черт. Так значит, это он, да? Наш огромный могучий бизнес, который должен сохранить наши никчемные жизни? Хочешь присоединиться? Слушай, я думал, что это будет нашим первым шагом в новую жизнь. Я думал, что мы поставим это место на ноги и заставим работать. Принесли деньги, и может, со стороны кажется, мы играем в карты, но на самом деле мы планируем дальнейшее развитие. Не волнуйся, сладенькая, мы уже выработали наш план. Наконец-то, заработало. Что заработало? Ну, просто небольшой электронный плод активности моего интеллекта, который посылается на мобильник, находящийся в нужной нам машине. Я не знаю, что он сейчас сказал, но это отлично. Так вот, это устройство перехватывает сигналы с мобильника. Каждый раз, как оно будет делать звонок, ты будешь видеть, где она находится. Не отставай от нее, иначе ты не сможешь принять ее новые координаты. Понял? Конечно, до встречи, Зи. Смотри, чтобы след не остыл. Нужно развернуть машину. Благодаря навыкам, которым мы научились в автошколе. Как тут написано было. Как в таких условиях это делать, я пока не знаю, потому что машина просто как ебанутая и лозит. Разверни ее машину, чтобы она потеряла управление. Мента случайно задавил, бля, пока разворачивался. Ебать мой рот. У меня что-то этот поменялся. Вид почему-то, камера поменялась сам по себе причем. На нахуй. Бля, она вообще ёбнутая. Он типа знает, что за ней следят или чё? My fucking car. Ну, я её развернул, как полицейской этой. Вождение, как меня учили. Какого хуя она управление потеряла? Хуйня какая-то. Что она, блядь, делает? Что, мне надо выйти, угнать машину ее или что? А, хуй ты угонишь машину ее, она закрыта. Я себе. Ебать, пизда мне. Пиздец, короче, машине моей. Что-то мне пока непонятно, что делать. Не понимаю пока я. Но. Ну вот, я развернул.
Ладно, я понял. В пизду, провалим это задание. Ну да, провалим это задание, в принципе. Начнем какое-нибудь другое. Если это угасает, да ничего страшного. Я просто пойду сохранюсь, чтобы задание не пропало. А, у меня кассена по новой будет, да? Ага. То есть, все, я понял. Хорошо. Кассена по новой пойдет. Ну ладно тогда. Тогда пофиг. Поехали тогда к этому. Просто решил попробовать, что это вообще такое, автосалон. Я так понял, как GTA Vice City надо будет угонять тачки, но не просто угонять, а находить их с помощью этого мобильника. И угонять. Я никогда просто задания эти вроде как не проходил, если не ошибаюсь, в автосалоне GTA San Andreas. Поэтому это для меня что-то новое. Поэтому я немного удивлен был. Типа, нифига себе. У меня опять вид камеры почему-то поменялся. Вот на этом мосту вроде наверху можно этот найти джетпак. Или на другом все-таки. Что-то этот полицейский вообще медленный какой-то. А, вот по этой дороге. По железной дороге надо было. Хотя без разницы. По железной дороге просто быстрее будет. И все. Все, новый мост открыт получается. Этот мост, если не ошибаюсь, закрыт был. Сейчас он открыт. Ебать ты, сын хуйни ебаный тормозной. Ублюдки, сука, шлюхи. А, тут и сохраняшка есть как раз. Гараж есть тут? Нету. Кто же этот наш знакомый, а? Тот, кто нам позвонил, кто это? Кто же это, блядь? Монстр. Карл, дорогой, добро пожаловать. Какой он нахуй добро пожаловать, парень? Что ты знаешь о моей семье? Для начала мы должны проверить, из чего ты сделан. Из чего потом я могу быть сделан, из пудинга? Нет, из ярости и ненависти. Это мне в тебе и нравится. У меня в гараже стоит машина. Проверим тебя при помощи нее. Объясню задание. Все зависит от скорости умения управлять. В кабинете GPS, доберись до каждой точки на карте так быстро, как можешь. Проедешь все точки и возвращайся на эту машину обратно. Потеряешь машину, считаешь, проиграл. Во-первых, что такое GPS, во-вторых, проиграешь что? И в-третьих, кто ты нахер такой? Простите, им не позволили знать только основную информацию. А, да, еще кое-что. В этой крошке место ручного тормоза стоит рычаг управления обоими мостами. Ты должен показать... Время лучше, чем 6:30. Поехали, время поешло. Поехало, да. Время пошло. Поехало. Монстр этот вроде как разворачивает, крутит, вертит, поэтому тяжело на нем ездить. Ой-ой-ой-ой. Грик. Грек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как доехать? Так, пойдет? Это же машина для этого сделана, скорее всего, нет? Это же логично, наверное. Чтоб по таким бездорожьям можно было ехать. Поехали. Тихо-тихо. Сейчас бы еще вниз. Все. Щит и все. Грик. Грек. Грек. На. Эта машина, если перевернется, то она вроде как сама по себе встать должна.
Информативно. Пятнадцать точек, минута 50. Там дальше должны быть точки такие быстрые, прям быстрые. Ближе к концу. За 2 минуты 18 точек, более-менее. Да и сейчас дорога начинается более-менее нормально. Начальные точки только проблематичные были. Сейчас более-менее норм. Не, по времени мы успеваем. По времени мы прямо сейчас супер-пупер успеваем. Не могу понять стрелки, как поставлены. Блин, я не помню, кстати, свой рекорд. То ли 5 минут у меня было, то ли 4 минуты. Все это конечно. Да, 4 минуты. Я не знаю, возможно, это мой новый рекорд. Вообще. Посмотрим таблицу результатов. Ну, бля, папа как бы тут нахуй. Папочка тут. Босс был прав насчет тебя. Босс свяжется с тобой. Вот тут поделал типы, бля, не настоящие. Ну, 5000 дали. Не зря, получается, время тратил. Так, и что тут вообще интересное есть? Мне этот босс сейчас должен, наверное, позвонить, как я в машину сяду и выйду из нее. Скорее всего. Ну да. Кто это, мать твоя? Сынок, приезжай на ферму, я тебе все объясню. Я имею в виду вообще все. А ты не можешь объяснить мне это прямо сейчас? Видимо, нет. Вот он и Майк. Ой-о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 й, Санечка, бля. Запалился сейчас немножечко. Ну и сейчас поймете, скорее всего, сами. Угон на ходу. Эй, Карл. Эй, какой хера, парень? Торино? Да, виноват, чувак. Что я должен сказать? Да, я пытался прикончить тебя, успокойся. Надо бы прикончить меня прямо здесь. Парень, ты просто толкал ебаную наркоту на город, Торино. Заткнись, сядь. Что, думаешь, я наркодилер? Думаешь, что твои попытки убить меня были успешны? Ты знаешь, что здесь происходит? Есть хоть какие-нибудь предположения? Есть, а? Нет, я мало уделяю внимания таким вещам. Мне надо мне показ какой-то хитрожопой. Я работаю на правительственную организацию, неважно какую. Я постараюсь не запутать тебя. Да, во время нашей последней встречи я пытался внедриться в наркодилерскую организацию в Латинской Америке. Всеми возможными способами. Это не значит, что я наркодилер. День, который мы заработали, связь, которую мы обрели, принесли неоценимую помощь во внешней политике страны. Знаете, правительство организации, дети наподобие тебя, вы надеетесь стать героями? Мы идем войну за пределами страны.
Я стану героем и проиграю, и все случит после этого. Коммунизм в Огайо, если не частная собственность, никто не будет ничего покупать. Это вопрос херня. Это просто херня. Ладно, расслабься, слушай. Слушаю. Я знаю, что ты за парень. И мне нужен такой парень как-то. Чтобы делать то, что за что меня не посадят. Например, мне нужно, чтобы ты достал одну фуру. Конкурирующее агентство имеет странную социальную программу. У них есть то, что нам нужно. Но это работа для двух человек, тебе нужны два парня. Возьми дружка своей сестры, но ничего не объясняй ему. Помни, я слежу за тобой. I've been watching you. Я приехал так быстро, как смог, Сиджи. Да, конечно, откуда ты знал, что мне нужна помощь? Чувак, ты, наверное, забыл, Холмс. Ты мне позвонил, сказал об этом полчаса назад. Я звонил? То есть, да, точно я звонил. Прости, чувак, у меня была и куча мыслей. Тебе нужно использовать мотоцикл, чтобы у тебя была возможность подъехать ближе к фуре. Не толкай меня, сказал нам Сизар. Она уже в Сан-Фьеро. Фура выехала из Лас-Вентурса и направляется в Фостерскую долину. Она едет по мосту Гарвар. Слушай, по какому мосту еще? Фура. Нам нужна фура. А я что-то зациклился. На этом, на поезде каком-то. Каков план? Я буду ехать рядом с кабиной, а ты запрыгнешь. Черт, ты не говорил об этом по телефону. Это будет как прогулка по парку. Передай Кендалл, что я люблю ее. Так, она ебаная, брат. Мы почти нагнали эту фуру. Ебать, фура едет. Из стороны в сторону виляя. На, нахуй. Да нахуй. Где ему ебальник? Скинь его нахуй. Поехали. Здорово, мужики. Отвези фуру в гараж. Бля, нам бы по-хорошему маневр вот такой вот сделать. Ёб твою мать. Ёбаный долбоёб этот на ментяре. Бля, какой же ты тупой выблюдок, пиздец. Бля, какой ты еблан тупой, это пиздец просто, серьезно. Как таким вообще ебланом родиться можно нахуй? Бля, чё с фурой происходит? Я маму ебал этой игры нахуй, серьезно. Это пиздец, блядь. Какая же игра помойная хуета. Просто пизда, сука. Ёбаная залупа. Сука. Просто фура сама по себе какого-то хуя исполняет залуп какую-то. Все, пошли все в пизду, твари. Ебаные. Петушки, сука, ебучие. Пошел нахуй, гандон. Так, вот тут вот аккуратненько. Заебись. Спасибо за подписку на YouTube канал. Догерти. Собаки. Давай, давай, говорит, езжай на. Семь тысяч сюда нахуй, на базу. Халява.